Всем привет, с вами Эскьюб. Думаю, многие из вас хотят заполучить в коллекцию такой вот престижный титул, как Завоеватель в PUBG New State. И на просторах интернета уже существует массу гайдов о том, как быстро апнуть этот титул, но только дело в том, что все эти ролики либо просто обычный кликбейт с отрывками из стримов, либо же это просто абсолютно неинформативный понос, рассчитан на каких-то супергеройских котлет, которые только и делают, что прыгают в мозг за порцией экшона. Только вот они как бы и без всяких гайдов могут себе спокойно апать завиков, так что на кого рассчитаны эти ролики, я вообще хз. Но как вы знаете, подавляющая часть игроков это просто обычные парни, никакие не воины и не солдаты с суперскиллом. И этот гайд скорее наоборот, ровно для таких же, как и я, полных нубов, которые хоть уже и наиграли по 100 часов в PUBG, но играть так и не научились. Ведь все же согласитесь, даже нам, таким бомжам, было бы крайне приятно заполучить этот заветный титул, чтобы, например, в будущем красоваться перед нашими друзьями в лобби. Именно поэтому я собрал для вас полный и подробный гайд, как абсолютно не умея играть, можно быстро и легко апнуть этот почетный ранг. Ну и кстати, я прекрасно понимаю, что сейчас перед Новым годом у вас совсем нет времени на игры и апание всех игровых рангов. Ведь все-таки как-никак на носу куча экзаменов и контрольных, это я прекрасно понимаю. И именно поэтому сегодня я хочу порекомендовать вам сервис Work 5, который освободит вас от всей учебной рутины. Ведь пока вы будете поднимать свой ранг всей учебой, за вас возьмутся специалисты с Work 5. На данной платформе собраны сотни лучших специалистов, которые помогут вам абсолютно с любыми школьными и университетскими вопросами. Диплом, курсовая, доклад, реферат, сочинение, статья, чертеж, контрольная, диссертация, да все что угодно. Заказать можно любую из работ. За 15 лет своего существования Work 5 стал крупнейшей компанией в своем роде, ну а также у них одни из самых выгодных и приемлемых цен на подобные услуги. Ну а саму цену вашего заказа можно узнать и рассчитать с помощью специального онлайн-калькулятора на самом сайте после заполнения формы заказа. А по промокоду SQUBE20 вы получаете 20% скидку абсолютно на все услуги сервиса. Так что теперь у вас времени точно хватит на все. И на завика, и на все ваши контрольные. Цените свое время. Work 5. Учись на 5. Ссылочка с промокодом в описании. Итак, переходим к самому рангу. Лично мне удалось апнуть Завоевателя всего лишь за одну неделю, а само оставшееся время до конца сезона можно посмотреть во вкладке сезона внизу лобби. На момент съемки этого ролика до конца сезона осталось чуть меньше месяца, а если быть точнее, конец сезона состоится ровно 12 января. Так что с помощью моих советов у вас будет еще достаточно времени забрать себе в карманчик этот титул. И да, давайте вообще посмотрим, что мы за него получим. Во-первых, это все сезонные скины, в которые входят пистолет, миник, берил и сковорода. Эти награды вы получаете сразу по мере прохождения, а вот по окончанию сезона вы уже получите значок, титул и рамку победителя предсезона. Ну а также бонусом вы отхапаете один материал для прокачки оружия в лаборатории. Именно этот материал можно будет использовать для всех штурмовых винтовок. То есть, например, если вы каким-то чудом урвали себе хэллоуинский калаш, то с помощью этого материала вы сможете повысить его уровень на одну ячейку, что достаточно круто, согласитесь. Ведь у меня в чате есть много пацанов, которым достался калаш с обычного бесплатного кейса, и теперь без какого-либо доната они могут его потихоньку прокачивать. И это, конечно же, здорово, но осталась еще одна не менее крутая награда за получение данного титула, и это понты. Только представьте себе, через какой-нибудь годик на каком-нибудь 10-м сезоне вы валиваетесь на катку со своим завиком предсезона. Да весь сервак вам ноги целовать будет. А вы же теперь будете купаться в лучах славы настоящего героя. Так что, пацаны, благодаря моему ролику, завика и понтов хватит на всех. Итак, приступаем. Для того, чтобы апнуть завика, нам нужно попасть в топ 500 в любом из трех пунктов, а именно выживание, убийство и очки сезона. Что такое выживание и за что конкретно сюда начисляются очки, я вообще понятия не имею, поэтому это можно смело скипать и переходить к убийствам. Киллы фармятся, думаю, понятно за что, за убийство, и лично у меня их почти 6000, и при этом я даже не вхожу и в 2% игроков, поэтому и это для нас точно не подходит.
Очки сезона, и это именно то, что нам и было нужно. Дело в том, чтобы апнуть Завика, нам необходимо войти в топ-500 по своему региону. А у меня, как вы видите, топ-400, и это еще с учетом того, что я неделю уже практически даже не играю. Рейтинг все равно сохраняется, и меня отсюда никто не выпинывает, поэтому и занять его крайне просто. А сам же проход к Завику начинается с 4000 очков рейтинга. Вот таблица, сколько очков потребуется для поднятия каждого из ранга. Сам же фарм очков вы сможете увидеть в своей статистике после пройденных каток. Итак, переходим к самой игре, а точнее к правильному ее выбору. Думаю, многие из вас с самого релиза игры начинали играть в отрядах, и в этом и заключается первая главная ошибка. Для нас, полнейших нубов, категорически противопоказаны отряды, так как, во-первых, для отряда нужно иметь хотя бы 3 друзей, которые у нас по естественным причинам нет, ведь мы бескилловые бомжи, не забываем это. Фиксируем. Кто с нами играть-то будет? А, ну да. Рандомы. Кто же еще с нами будет играть? А рандомы, как правило, на то и рандомы. Ты никогда не узнаешь, кто тебе попадется, поэтому в большинстве случаев вы вообще будете играть против сквадов в полном одиночестве, ведь все эти рандомики отвалятся еще на первых минутах игры. Во-вторых, абсолютно все киберспортивные котлеты любят демонстрировать свой скилл и доминантность перед другими игроками, поэтому они всегда играют только в сквадах. Так что нам туда точно не стоит суваться. В моем телеграм-чате пацаны вечно жалуются на то, что они не могут подняться выше бриллианта. И все как раз таки из-за вот таких вот рандомиков и скилловичков, из-за которых прокачка ранга становится ну значительно трудней. Так что играть необходимо исключительно в сольном режиме. Ну а вот по поводу лица, тут думаю все понятно. Конечно же первое, ибо нам нужно отсеять большую часть игроков, а первое лицо всегда не особо пользовалось популярностью среди игроков мобильных игр, поэтому соло, первое лицо и погнали. Особо выпендриваться и прыгать под самолет я конечно же не советую, ведь риск умереть гораздо выше того, нежели вы кого-то перестреляете на первых минутах игры. Да и вообще, пацаны, не забывайте, вы играете на ранг, а не на скилл, а за убийство челиков на первых минутах игры ранг не особо поднимется, а вот при смерти на первых минутах минус будет достаточно большой. Поэтому мы прыгаем как можно дальше от траектории самолета, а еще лучше прыгаем на машину и едем в закат на какую-нибудь локацию на край карты. Ну а потом просто спокойненько лутаемся, правда ваше спокойствие будут постоянно тревожить боты, а на первом лице в соло уж поверьте, их будет предостаточно, и это кстати нам на руку. Боты — это наша майнинг ферма по заработку киллов, и даже на последнем ранге мастер их будет на катке минимум по 8 штук, а игра же в свою очередь за эти киллы будет награждать вас дополнительными очками ранга. И то, что мы сразу улетели в жопу мира, дает нам еще один дополнительный плюс, ведь все боты достаются только вам одному. Так что спокойненько лутаемся, фармим киллы и никуда не торопимся. Также советую по максу собирать все бусты и бинты, ведь первые 3 фазы зоны необходимо отсидеться в зоне, чтобы игроки, которые тоже зашли покачать ранг, тем временем, пока вы спокойно лутаетесь, изрешетили сами себя. Также не покупайте с первых денег аирдроп, денег хватит абсолютно на все. В первую очередь собирайте себе нужный вам комплект оружия и заказывайте его прокачку. А вот потом уже с помощью налутанных денег из ботов заказывайте уже и сам аирдроп. По окончанию 3-й фазы зоны у вас должны быть все прокачанные пушки и 3-я броня со шлемом. После этого зона начинает бить достаточно сильно, поэтому теперь вам нужно входить в саму игру. Двигаться нужно всегда по краю зоны и поменьше от нее траектории. То есть, если белая зона будет вот здесь, а вы тут, то вам нужно пробираться именно вот так. То есть именно там, где она будет идти чуть медленней. Ведь таким образом вы не будете бегать от зоны к зоне, как ошалелый в надежде на то, что вас никто не заметит, а вас точно заметят. Ибо умные люди как раз и передвигаются по меньшей траектории зоны, чтобы как раз таки и высматривать позиции игроков, которые туда-сюда бегают. Также, старайтесь занимать позиции как можно выше, а то и забираться на какие-то холмистые уступы, либо же пригорки. И, пожалуйста, не забывайте, вы не умеете играть, поэтому не надо строить из себя героя. Стреляйте в цель только тогда, когда вы на все 100 уверены, что одолеете его. Ведь не забывайте, быть незамеченным в таких маленьких зонах крайне тяжело, поэтому старайтесь до последнего не выдавать свою позицию.
И таким вот незатейливым образом, с помощью тактики ниндзя-мышки, вы всегда сможете забирать свои топы и поднимать свой ранг. Так что, резюмируя, соло, первое лицо, прыгаем как можно дальше, фармим киллы с помощью ботов, прокачиваем всю оружейку, входим в игру только на третьей фазе зоны и двигаемся по меньшей ее траектории. Вот и все, рецепт Завика достаточно прост, так что пользуйтесь. Ну а также, помимо моих советов, которые помогут вам быстро апнуть Завика, сегодня в ролик я пригласил игрока, который, вы не поверите, первым в СНГ сумел апнуть завоевателя. Его игровой ник Тур. Так что давайте свяжемся с ним и спросим лично его тактику и советы по заполучению этого престижного титула. Привет, скажи, за сколько дней тебе удалось апнуть завоевателя в PUBG New State и сколько каток тебе для этого понадобилось и вообще, насколько сложно все это было? Привет, Завика я взял за 4 дня первого и второго также за 4 дня. На каждого Завика понадобилось не больше 100 игр, где-то примерно 40 часов игры. А вот есть ли у тебя какие-то определенные советы, которым всегда необходимо придерживаться? Первый мой совет – избегать файтов до второй зоны. Второй совет – играть от края зоны, особенно последней зоны. Ну и третий совет – если вам нужно взять Завика быстро, то топить его в первом лице, в соло либо в складах. Не знаю почему, но в соло и в складах в первом лице ботов больше, чем в третьем. Лично я в большей степени играю в крысу и больше предпочитаю спокойную игру, нежели, знаешь, прыгать в починке для получения пиздюлей. А какую тактику ты предпочитаешь использовать? Ну, вначале я играю с его. Падаю в основном на верхний геоаркополь, так как по мне для позавика это идеальная локация. Так как много лута, транспорта. И в случае, если я падаю не один, можно хорошо убивать от челов, избегая файтов вначале. На трое я также падаю на порт. А чё вообще по оружию? С какими пушками ты в основном играешь? На первом слоте я бегаю с калашом или же с берилом. А второй слот беру из ДМРок, СВР, СКС. Из снайперок бегаю только с 74. Ну и если есть возможность, беру ВП. А нужно ли вообще иметь скилл для того, чтобы апнуть Завика? Для апа Завика нужно иметь понимание игры. Хотя бы минимальное. И время. Я считаю, любой игрок способен сделать Завика. Это несложно вообще. Имея время и, самое главное, мотивацию. Так что, ребят, из сегодняшнего ролика можно сделать только один вывод. Чтобы поднять ранг, вовсе не обязательно иметь скилл. Тут куда более важнее ваше желание и мотивация, которая и проведет вам дорожку к завоевателю. Так что, пацаны, действуйте, и у вас точно все получится. Ну а если вы досмотрели ролик до конца, то пишите в комментариях число 376. Посмотрим, сколько нас. Ну а на связи был S-Cube. Играйте только в хорошие игры. Пока.